Сегодня ночью впервые за 224 дня вышел новый кейс, он называется «Революция». И на самом деле это было неожиданно, потому что уже все забыли про эту историю. Что это может означать? Это означает то, что операция не выйдет в ближайшие 3 месяца, потому что совсем скоро будет новый мажор. А стикер старого мажора до сих пор не убрали, я говорю про Рио. Что творится с ребятами из крана, никто не понимает. Они обещают, но не делают, даже публично. Но кейс аниме они выпустили, и ребятам огромное спасибо. В этом ролике каждое открытие кейса стоило $13, и мы открыли около 60 или 70 кейсов. Если этот ролик наберет в ближайшее время 20 тысяч лайков, я открою 200 кейсов в следующем. Поэтому не забудьте поставить лайк, если вам нравится, когда я трачу много денег. Кстати, в моем телеграм-канале прямо сейчас разыгрывается 3 калаша Point is Ray. Ссылку найдешь в описании этого ролика. Привет, я Шок, и сейчас я буду вместе с Максимом Бахтиным открывать новые кейсы, которые вышли прямо сегодня. Привет, Эрик, привет, Ютуб, привет, подписчики, всем привет, да, сегодня мы открываем новый кейс, аниме-кейс, который вышел сегодня ночью, вот, так что ставьте лайки на канал, подписывайтесь там. Кейс называется «Революция», и здесь у нас 17 скинов и перчатки 2 класса. Давайте смотреть, что они вообще добавили. Максим Инсомния. Это все будет в отсылках к аниме. 70% здесь все с этим связано. Поэтому, если вы анимешник, в хорошем ключе, я тоже начал смотреть аниме недавно. Последний я смотрел «Тетрадь смерти», до этого «Атаку титанов». 2 сериала, но я посмотрел самые топчики, поэтому я больше такие, не хочу да, портить такие, себе репутацию. Такие самые расфоршенные такие мысли. Да. Если что, в Азии большое количество людей играют в КС, и мне кажется, что именно из-за этого этот кейс станет бестселлером. И цена будет на нем очень большая. Аналитик шоков. Аналитик шоков. Так, это у нас Максим. Я ставлю 7 из 10. Ты как? Ну, честно, я бы сейчас обосрался много до головы. Ну, 5, ладно, тоже 5 поставлю, 5 из 10. Окей, идет. Троечка. Ну да, такая посредственность, короче, обычная, типа, ну, ничем не выделяющая такая. Вот это синька, вот я говорю, для синьки это нормально, типа, ну, я бы 7 поставил такой, 7 из 10, нормально. Это как плитка в туалете, тебе не кажется? Я ставлю 6. Ну, в хорошем туалете. В хорошем, в премиум. Да, в премиум туалете все правильно. А, так, пистолетик у нас слабенький, мне не нравится, он должен быть ширпом. Тоже, да, какая-то дрянь вообще, ну, обычно, просто, типа, ну, просто дефолт ширп и все, то есть. Это тоже слабенькое. Cyberforce SG, вау, вот это мне должно, наверное, понравиться, Cyber, но ничего интересного. Типа Сайрекса, типа, что-то типа Сайрекса этого SG. Это тоже какое-то покоцанное дерьмо. Тоже какой-то понос, да, скип сразу. Понос, согласен, бро. О, это вообще поносище. Это позерство. Но... это похоже, это попытка быть монстром. Просто, ну вот как цвет, вот типа сочетание цветов, коричневый, зеленый, желтый, вообще прям мерзотные такие мерзкие максимально, не знаю. Эбани Коп, слушай, вот этот Глок один из самых лучших пока, который я видел. Градиент, 2-е или 3-е место будет этот кролик. Представь, на бэхопе прыгать с этим Глоком. О, вот это очень хорошо. Ну, ой, Гоша, а что у нее с лицом? Но... лобежник, не знаю, типа... Мне нравится, как тебе банановая кожура. Самый худший пистолет ever, никто его с ним не играет. Да, очень полезный скин, спасибо, что делали. Интересно, по 90, очень яркие. Но ты же понимаешь, как работает вся индустрия скинов. Чем ярче, тем дороже. И факт. Это решили не Valve, это решили игроки сами. Ну вот этот принцип прикольный. Да, мне тоже нравится. Типа, я думаю, 8. АВП, Doodled Lore. Лор. Жирочек. Хороший, хорошенький, да, я думаю, 8 тоже пойдет. Clutch King, UMP. Вот реально, вот с каждым скином ярче, и, ну, типа, цена, из-за этого цена да, растет. Да, 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 это. Да, 7. Да не, 6. Это слабенький по 2000. Вот такой примерно есть уже в КС. М-ка, самая фулл анимешная. А и Жаук какой-то, который там харакири, что-то такое похоже. Акихабара, да, японская. Акихабара, да. Вот они, скорее всего, стилистику скоммуниздили, и, возможно, просто приделали скин на М-ку, и все-таки, ой, ребят, вот новый скин, нахавайте, жрите просто комьюнити. 7. А ты бы бегал столько, вот типа, вот ты бы бегал, вот смотри, у тебя типа выбор М4, А4, вот ты бы столько играл? Что думаешь? Думаю, да, можно. Ну, короче, 7. Смотри на это. Ты вообще глянец, что это такое? Это хедшот коллаж. Ну, честно, какой-то кринжик немножко. Я думаю, ты сейчас как бы там новый какой-то покажешь, там какой-то крутой скин, что-то. Ну, он максимально яркий, да. Максимально яркий и бросается в глаза. И он блестит, и он блестит. А, он голографический, смотри. Ладно, давайте приступать, открываем кейсы. Let's go. С богом, давай, первый пошел. Ой-ой-ой, нам падает сразу же банановая кожура. Слушай, мы откроем очень много кейсов сегодня, поэтому я считаю, что нет смысла быть позером и открывать кейсы. Ой, долго. Ой-ой-ой, а чё М-ка выпала? А, ты прям так типа... Слушай, ты видишь? А нормально дропается, это хороший дропчик идет, ну... Я думаю, М-ка что-то стоило, да. Прикинь, просто с перчи внезапно, просто резко. Я очень боюсь, что мне выпадут перчи без анимации.
По 90. Давай, нож. Ой, нож, говорю. Пофиг, в этом, пофиг, нам именно нож дропнется. Хоть здесь типа перчи падают, у нас нож будет. Слушай, меня очень радует то, что падает фиолетовое. Вопрос, сколько это все стоит? $10 поношенное. $30 этот по 2030. Нам падает АВП дудл лор. Кстати, на секундочку-то. Ай, Соколёна в боях. Но я думаю, она стоит... Да, она стоит $40. А что будет прямо завода тогда? Еще и глок падает. Батлскар. Еще иглок урвали, просто халява, просто вот день сказка. Я открываю кейсы вот так. Ну, что-то пока я такие все успею. Ребятки, у нас очень неудачная история с Максимом. Я записывал ролики, и все было хорошо, там 1100 просмотров, 200. Но записали мы с ним, и он набрал максимальное количество... И там канал в моменте умер просто. Да, вот так, у меня когда, канал, мне YouTube написал, рекомендации больше не получишь. Потому что там был Максим, я не знаю. Если этот ролик соберет тоже мало просмотров, меньше 100 тысяч, то реально какая-то проблема в нашем дуо. Ребят, если соберет меньше 100 просмотров, пожалуйста, меня уволят, ребят. Поставьте лайк, пожалуйста, пишите комментарии. В рекомендации, пожалуйста, проведите ролик, я вас прошу на коленях, умоляю. Так что лайк, ребят, комментарий, подписка, там маме, папе рассылайте, всем родственникам, чтобы тоже посмотрели эти кейсы. Так, у нас кейсы закончились, мне кажется. Небольшая рекламная интеграция, мы на сайте GGDrop, и сейчас я вам покажу то, что здесь чаще падает что-то интереснее, чем в КСе. Во-первых, это новый ивент. Здесь добавили такое вот событие, где за каждый рубль депозита вы получаете веб-поинты. Один рубль — это один веб-поинт. Вы получаете возможность обменять этот баланс на скин. Вы получаете просто кэшбэк день. Ну а также у них появился ивент «Подарки от Санты», где за каждое выполнение задания вы получаете G-поинты. Чем больше у вас этих баллов, тем больше у вас шансов получить гарантированный приз в 2000 рублей. А если вы вообще дикий, то вы можете выиграть и 235 тысяч. Создать контракт минимум на 1500 рублей. Давайте нажмем начать и пойдем это делать. 8 тысяч галил стоит. Что за трэш? Ладно, с 9 тысяч 20. Я хочу его. Я заберу его и буду играть с ним. Я сделаю еще один большой контракт. Я закину 10 тысяч рублей сюда. Дамасская сталь. Не, мне это не нравится. Но в любом случае, теперь я получил уже поинты. А используя мой промокод SIMON33, вы получаете плюс 11% к депозиту любой суммы. Поэтому ссылка на проект есть в описании. Ну а мы идем дальше. Ну что, продолжаем, у нас 4 кейса есть. Погнали. Шо-то. Мимо. Давай. Да ёпрста. Да ёпрста, чувак. Как это решать? Сейчас контракт сделаем, дорогой. Получится хорошо. Перчи. Ну, вроде что-то стоит, да. Вот именно внешняя эмка максимально ублюдская, типа, ну, без негатива ГБ, ну, типа, sorry, wealth, но... О, глок, норм. О, хорошо. Норм, 2 эмки, нормально. Слушай, за носиком. $35 заработали сейчас. 3 кейса. Да, почему? Ну, ай, что за лайки с кейсами? Так, 7 кейсов мы еще купили. Я каждую секунду закидываю деньги на баланс и кручу кейсы, как лудоман, и мне ничего не падает. Да, сделали додепчик небольшой, вот. Пока все очень печально. О, сотрек, дай бог, сотрек. Дай бог, не сработал. Кстати, минилвэр, возможно, дай бог, сработал. $40, $46, чел. 46, как это дерьмо столько стоит? Пошел. Да ее, я закидываю еще деньги. Ребята, я не знаю, как это работает. Мы уже открываем где-то 50, ну сколько, 50-ый кейс или 60-ый? Я не знаю, но денег много, что? Так. Считал. Бабла, ребят, ушло немерено, согласен с Эриком. Ой, шоковым. Ты материшься, чел, о чем ты? О. С Эриком собака шоковая, вот так вот. Ну, хотя, ну, я не понял, что это за поведение вообще. Да, ну, я не понимаю, чел. Опа, все, давай. Да, хорошо, наконец-то. Слушай, я думаю, долларов, я думаю, $110 где-то. 43. Нож, давай, ну, пролети, хоть что-то. Прикинь, эмку сотрек сейчас, прикинь сейчас просто эмку сотрек. О, статрек? Ой-ой-ой, дало. Батлскарт, я ее просто. Ладно, давай контракт сделаем. Я продаю все, что мне выпало. Открываем, и это будет последнее открытие. Ребят, я еще купил кейсы. Все. Эрик потратил все финансы, которые у него были. Вот, калаш. Хочу калаш. 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 Да, наслаждайся. Наслаждаюсь просто вот этим дерьмом. Пошел. Пошел, фасик. Опять скар. Да, что-то не твой день, братишка. Судьба злодейка не на твоей стороне сегодня. Да, не на моей стороне, бро. А вы, может быть, вот на этой стороне кейс? Запутать решил, да, Габена, чтобы это... Габен, я тебя путаю. Ребята, последний гребаный кейс. Абсолютно последний. Все, давай, падай. Эрик Лудоман, ребят. Официально Эрик Лудоман. Всем привет. Давай. Плюс 40 баксов. Нормально. Factory new! 64! Ребята, на вывод. Если этот ролик наберет 20 тысяч лайков, я открою 200 гребаных кейсов этой коллекции. 200 кейсов за 20 тысяч лайков. Не забудьте посмотреть мой другой ролик, где я делал одно и то же в течение всей гребаной игры на карте Dust 2. Это интересный, забавный ролик, который вам, скорее всего, понравится. Всем удачных кейсов и всем удачи получить этот кейс.
бесплатно. Пока. Пока.